Добро пожаловать в нашу обитель любви и счастья. Не-не-не, нам на развод. Да, поэтому где тут у вас обитель свободы? И перемен. Да. Ну что, по домам? Ну уж нет. Чё? Наш медовый месяц мы отпразднуем как полагается. А как полагается? Добро пожаловать в Крым, господа. Верите в Бога? Да. Тогда познакомьтесь со мной, ради Бога. Вы не хотите сходить со мной на Рахманинова? Второй концерт фортепиано с оркестром. Ты что, дебил? О, смотри, какая рыжуль пошла, прям как я люблю. Сейчас я возьму на абордаж. Вы что тут делаете, а? А вы что тут делаете? Валите нафиг из нашего отеля. Да это мы первые сюда приехали. На! Женщина, не транжирьте богатство Крыма. Иди лечись, истеричка. И сестру свою с собой забери. Ах ты, говнюк! У нас идеальная чистота. Воу-воу-воу-воу, мы едва знакомы. Ваши мужья тоже здесь? Да, вы представляете? Прям бесит. Меня знаете, кто бесит? Управляющий этого отеля. Соли мало. Так это же десерт. А, да? Тогда нормально. Мы больше не хотим ходить в кино на ваши фильмы! Любишь секс? Люби и сумерки смотреть! Окамели они все! Елена, а я не согласен. А кто обещал жениться, а? В 2014 году в Евпатории! Не может быть! Да, я дура тебе верила! Я говорю, не может этого быть! Потому что весь 2014 год я был в Доме 2, а оттуда не сбежишь. Это война. Женщины виновны! Да! Именно из-за них нас выгнали из рая! Да! За мужиков! За всех, кто не выстоял и стал каблуком! Я со своей трижды разводился. Лучше женщины я не нашел. Может, мы все-таки неправильно поступаем? Ну я ему устрою медовый месяц. Да он у меня мост достроит, чтобы свалить с полуострова.